There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Всем привет! У нас сегодня в работе европейский Toyota Hilux 2021 года, и наша задача откалибровать передний радар. Сделаем это при помощи Launchpad 5. Итак, я подключаю Launchpad 5 к Toyota. В это время мой младший брат настраивает мишень для калибровки. Так, заходим в ADAS. Сейчас, пока Launch соединяется с автомобилем, расскажу немного о установке самой мишени. Из-за плохих погодных условий, моросит дождь, не было возможности, желания, времени делать съемку. Владельцу хотелось побыстрее забрать автомобиль. В принципе, ничего интересного. В других моих роликах можно было посмотреть, как мы центрируем мишени относительно автомобиля. Плюс сейчас в инструкции к ADAS-у, в инструкции к определенной калибровке, вы увидите, как правильно ставить мишень, на какое расстояние. В принципе, ничего нового, все будет более чем понятно. Так, сканируем блоки системы ADAS. Видим, что ошибок нету. Я их почистил уже предварительно. Заходим в функции калибровки, выбираем ACC, считывание несовпадения передней оси луча. Видим инструкцию, какая площадка должна быть перед автомобилем. Как центрировать автомобиль относительно мишени и расстояние до мишени 3 метра. Жмем на калибровку. Процесс идет. И видим градусы, которые вписываются в спецификацию. Сохраняем отчет. И отправляем его себе на почту. Видим, что отчет о успешной процедуре. Отчет в последующем можно будет распечатать клиенту и приложить к заказ-наряду. Так, регулировка оси переднего луча. Вторая калибровка. Жмем все то же самое, инструкция та же. Те же 3 метра до мишени. Жмем калибровка. Процесс пошел. И видим, что процедура выполнена успешно. Также сохраняем отчет. Его также можно распечатать клиенту и приложить к заказ-наряду. Несложно догадаться, что раз процедура 3, то и успешных отчетов у нас будет 3. Теперь первую процедуру. Жмем калибровка. Процедура выполнена успешно. И также сохраняем отчет и отправляем себе на почту.
проверим на всякий случай ошибки, не появилось ли у нас после калибровки каких-то ошибок. Все чисто, можно отключаться. Калибровка прошла успешно, сейчас запускаем автомобиль и едем на роуд-тест. Проверим, или все функционирует правильно. Так, адаптивный круиз работает. Я задал скорость движения 100 км в час, но едем мы меньше 80, потому что впереди у нас есть препятствие в виде впереди идущего автомобиля. То есть все отлично, сама разгоняется, сама притормаживает. А дистанцию можно, естественно, сокращать в настройках, ну, либо увеличивать. В общем, все работает отлично. Сейчас едем обратно к себе на базу, в автосервис. Будем звонить клиенту, отдаем исправный автомобиль. В общем, на этом все. Всем пока.